Встреча такого формата прошла по инициативе Министерства культуры России. Обсудить насущные вопросы съехались министры туризма всех регионов, представители Федерального агентства по туризму и Российского союза туриндустрии. На конференции говорили об использовании опыта Сочи в других городах, в том числе и по созданию безбарьерной среды. Шла речь и о появлении информационных туристских центров в федеральных округах. Теперь мы хотим, чтобы, имея в виду как раз проведение в России мегасобытий, рассчитывая и в этой связи, и в целом в связи с развитием туризма, рассчитывая на приток иностранных туристов и на мотивацию иностранных туристов, и на значение доброжелательности среды для иностранных туристов. Вот имея в виду все это, мы хотим, чтобы в крупнейших хабах, аэропортах, транспортных хабах, аэропортах, железнодорожных вокзалах в России появились флагманские, как мы их называем, то есть федеральные туристско-информационные офисы. Главная цель конференции – обмен опытом специалистов со всего мира по использованию постолимпийского наследия. Организаторы уверены, грамотное использование потенциала позволит увеличить турпоток в регион. Как пример привели опыт китайских коллег. Там после летних игр в Пекине смогли на волне зрительского интереса развить целый комплекс туристических объектов. В свою очередь гости из Поднебесной отметили, Сочи имеет огромный ресурс в этом плане и ведет грамотную работу по привлечению туристов. Thank you.